Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабагивели. И сегодня мы с вами наконец-таки посмотрим на тизер и на пару слитых кадров, скажем так, дополнения Discover University или Исследуйте университет. Так что усаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Ну что, твиттер аккаунт The Sims у себя в твиттере опубликовал вот такой вот маленький тизер, в котором мы с вами видим персонажа, как раз таки с того самого рендера, который был слит чуть ранее компании Microsoft в магазине Xbox One. Персонаж сидит за столом, да, за новым ноутбуком с наклеечками. Смотрите, на ноутбуке есть наклейки, там светящаяся клавиатура. Также мы на этом тизере, скажем так, видим новые плакаты. Вон там вот сзади какая-то ракета улетает. Также тут у нас стоит новый шкаф с книгами. То есть это такая довольно-таки большая полка, знаете, например, какую-то икеевскую полку. Также на персонаже новая прическа и новая одежда. Но это еще не все. Этот тизер они подписали как? Если перевести его, то он переводится как? Написать эссе так же просто, как езда на велосипеде. Знаете, такая отсылочка к тому самому описанию, дополнение, когда, где появятся велосипеды. Также, переходя вот по этой ссылочке, нас перекидывает на YouTube-канал The Sims, где у нас запланирована премьера трейлера, трейлера дополнения Discover University. Тут, разумеется, названия еще нет, но мы уже на картинке можем видеть новые костюмы в полный рост. Это костюмы школьных, скажем так, талисманов. Первый костюм — это вот такой вот лобстер. Дракон — это один из тех драконов-фамильяров, которые доступны в игровом наборе Царство магии, мир магии точнее, и в различных детских игрушках. В Sims 4 этих вот дракошек, вот этих вот всех существ очень сильно много где используют. Также мы можем заметить на персонажах новую одежду. Это вот такая вот студенческая одежда, скажем так, которая... стилизируют, что ли, персонажи под разные факультеты, под разные университеты. Также на персонажах мы можем заметить, на некоторых персонажах мы можем заметить новые прически. А именно вот у этой девушки новая прическа с хвостиками, у этого парня, по-моему, новая прическа с одним хвостиком, или я могу ошибаться. В принципе, все. У остальных у всех персонажей прически из базовой версии игры The Sims 4. Но на этом еще не все. Также на заднем плане мы можем увидеть вид нового городочка. Я как понимаю, вот в этой части мы видим кампус, какой-то университет, что ли, или что-то типа того. Здесь мы видим какой-то домик с кафешкой, судя вот по этой вот вывеске чашечки кофе. А это кафе. И там, разумеется, какие-то дорожки, да, все остальное, расширенная, я как понимаю, дорога для езды на велосипедах, возможно, да, возможно, это новый вид фонарей стоит за персонажем. В общем, вот такой вот у нас произошел анонс дополнения Discover University. Но на этом еще не все. Только что в твиттере блогер The English Simmer опубликовала у себя вот такое видео. Сюрприз. Сюрприз, меня только что приняли в Бритчерский университет сайта The Sims. Возможно, на самом деле это больше волнует меня, чем мое фактическое письмо с заявлением в университет. То есть, как бы она подала, я так понимаю, заявление о поступлении в университет, но ее приняли в Бритчерский университет в The Sims 4. И смотрите, что она показывает. Тут она показывает у нас письмо, которое ей прислала команда The Sims. Just received something so exciting. So I have this envelope, which здесь она показывает значок одного из факультета, там какой-то огонечек, значит, это напоминает, похоже на Гарри Поттера, да, какое-то разделение на факультеты. И там как раз-таки есть то самое письмо с приглашением в Discover University! Приглашение! University of... What's it called? Bridgechester? Бритчестер. Бритчерский университет. Dear the English Simmer, congratulations on your admission to the University of Brightchester. I am delighted at the prospect of you joining our community this fall. Oh my god.
This is amazing. Okay, I'm gonna read it off to you guys in the next few. То есть я как понимаю, у The Sims это такая промо-компания, дополнение Discover University. Oldest university still teaching today, originally built as a private academy. Hey, your girl made it for vacationing royal families. Well, you know, I am the English swimmer, so it makes sense. The University of Brightchester has kept many of the original building details that Princess Cordelia helped design, along with a collection of her diaries about staying at the nearby castle. А трейлер выйдет уже завтра в, получается, в 6 вечера по московскому времени, так что будем ждать. Разумеется, обзор этого трейлера также будет на канале, так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх этому видео, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать все самые свежие и новые видео, которые будут выходить по поводу этого дополнения на нашем канале. Ну а с вами был Сергей Технолхабагивили, всех безумно люблю, спасибо большое за просмотр этого короткого, но информативного видоса. Вот, спасибо большое за просмотр, всех люблю и увидимся с вами уже совсем скоро в новых стримах и в новых обзорах дополнения Discover University, как бы оно по-русски не называлось, скорее всего будет называться «Исследуйте университет», возможно так. Вот, всех люблю и всем до скорых встреч и пока-пока, мои хорошие, пока-пока.